2 апреля на базе спортивно-молодежного центра прошло заседание молодежного совета при главе администрации Лужского городского поселения, на котором присутствовали специалисты отдела молодежной политики, спорта и культуры администрации Лужского муниципального района Кербс Наталья Юрьевна, представители молодежных общественных организаций и учреждений культуры. На повестке дня стояли вопросы, касающиеся молодежных мероприятий на территории Лужского городского поселения. По итогам совета были приняты следующие решения. 11 апреля команда КВН «Вынос мозга» будет представлять муниципальное казенное учреждение «Спортивно-молодежный центр» на финальной игре чемпионата КВН Лужского муниципального района в школе номер 4. Запланированная на 13 апреля акция «Поможем детскому дому» в Толмачево была отменена. 19 апреля у памятника на Лысой горе общественное движение «Сознание» запланировало проведение субботника. С 15 по 30 апреля будет проводиться конкурс между подростковыми клубами «Мой двор, мой подъезд». С 31 марта по 25 апреля проводится конкурс на лучший домик для птиц. Принимаются работы из любого материала. Также были приняты решения об участии волонтерского движения «Кукуруза» в семинаре по организации профилактической работы в Центре молодежной и о сотрудничестве между волонтерским движением спортивно-молодежного центра и общественным движением «Чистая Луга» в части совместного проведения субботников, уборок и экологических акций. После проведения молодежного совета на базе СМЦ и Лужского городского дома культуры были установлены контейнеры для сбора батареек и энергосберегающих ламп. Юлия Герман, Евгений Лучкин, Лужские вести, Лик ТВ.